Всем привет, рыболовы и любители активного отдыха на природе. Давно не виделись. Сегодня собрались за грибами, нарвать веников, если получится. Погодка ничего вроде. Немного моросит дождик, правда. Но ничего, прорвемся. Что-то пока в этом году особо не рыбачим. Некогда. Ребятки, первый подосиновик, такой нормальный. Подосиновик, кстати, редко бывают червивые. Сейчас посмотрим. Вот он. Вот там такой нормальный подосиновик. Сейчас за рыбой не ездим. Перешли на грибы. Ножка обычно потом становится, как срезал, фиолетовая. Не червивый. Нормальный грибок. Все, корзину его. Вот еще три мелких аж. Вот маленький вообще. Вот еще один побольше. А вот такой васильненький. Сейчас посмотрим, червивый нет. Так, ножка длинная. О, тоже нормальный. А этот маленький. Ага, нормальный, два. Это белый какой-то. Три. Все. Нормально. Ребятки, нашел тут юргу, короче, целую посадку. Вот дикая прям растет, рви не хочу. Он насобирал уже сколько. Что, короче, варенье с бац. Варят же варенье с юрги, как думаете? Вон растет. Вон тоже юрга. Там. Вот такие дела. Ну, зашли в такой лес. Небольшой тут молодняк в основном. И сразу же появились подберезовички. Вот. Пошли. Нормально. Ну, подберезовики надо червивый будет, скорее всего. Хотя нет, смотри как. Он большой какой, даже не червивый. Вообще нормально. Угу. Вон еще один. Сразу же растет. Тоже. Ну, маленько червивый есть. Чуть-чуть. Червивый, вот как видите. Вот такие дела. Подберезовик. О, нормально. Все, накапливается потихоньку. Сегодня, кстати, день железнодорожника. Надо соточку, надо дома отпраздновать немного. Дома. Под грибочек. Все. Очередь. Вот еще два подберезовика таких. Классно, сказал. Но
червивые. Во какой подберезовик. Шикарный. Немного червивый, правда. Ну, также есть коровники тут. Коровники тоже собираю. Вон сколько грибов. Нормально, на жареху пойдет. Ну все, грибочков нарвал. Теперь пора и заготовить березовых веников. Вот я нашел, тут молодые березки растут. Сейчас почикаю. Вот веточки неплохие. Вот уже. Оп. Вот. Там вообще классные. Вот тоже березка. Так, ну все, веток сейчас наломаем, потом в кучу. Связываем, веники готовы. Штук 5-10 наломать для бани. Пойдет. Вот веточки тоже. О. Так, ну вот, связал ветки в кучу. Сейчас их завязываем. Вон еще два веника. Вот. Все. Связываем фирменным узлом. Так, теперь вторую. Отрезаем. Все. Все. Получился вот такой венчик. Такой небольшой. Все нормально. Все, свяжем и домой. Тихо как. Вот зашел в осиновый лес посмотреть под осиновики и нашел нормальный такой большой один. Ну как один, может еще где-то есть. Сейчас посмотрим, вот он. Вот это под осиной. Нормально. Он даже не червивый. А, зачетный. Хороший. Вон еще. По-моему, еще один. Да, мухомор. Под осиной. А, мухомор. Тоже такой же. Ну, еще один старый, правда. Ого, место нашел. Вот это эльдорадо. Ну-ка, сейчас проверим, червивые нет. Ох, какие нормальные. Ё-мо. Нормальные. Ну-ка, эти. Тоже ничего. Пойдет. Сразу на жареху. Ты вообще здоровый. О, тоже нормально. Еще один. Потом их маленько погрыз. Животное. Есть тоже. Погрызли чуть-чуть. О, еще один. Малой. О, ветки трещат только. Ну, траву на жареху насобирал. Нормально. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал.
воскресенье уезжаю, воскресенье приезжаю. Тихо, тихо, давайте засниму. Все, пожрать. Ну тихо ты, ну что ты?